Всем привет, с вами Чарли. Сегодня я хочу поговорить на тему того, когда же, наконец, выйдут «Ветра зимы» от Джорджа Мартина. Забастовка сценаристов в Голливуде закончилась, а это значит, что Мартин вернулся к работе над 8 приквел и спин-офф сериалами «Игры престолов». 8 сериалов, друзья! Как все это отразится на выходе «Ветров зимы»? Насколько продвинулся Мартин в написании книги, например, за уходящий 2023 год? Давайте разбираться. Начнем с истории выходов предыдущих книг. Освежим память. «Игра престолов» вышла в 1996 году. Спустя 2 года «Битва королей». В 2000 году вышла «Буря мечей». Спустя 5 лет «Пир стервятников». И, наконец, в 2011 году вышел в свет «Танец с драконами». Сейчас декабрь 2023 года. Прошло 12 лет с выхода последней книги, а новостей по «Ветрам зимы» все нет. К тому же это предпоследняя книга, то есть для завершения цикла «Песни льда и огня» нам нужно будет потом еще ждать выхода последней книги «Грез о весне». За последние 12 лет Мартин был занят работой над сериалами «Игра престолов» и «Дом дракона». Также он посещал многочисленные конвенции и форумы. И выпустил несколько книг, таких как «Пламя и кровь» в 2018 году и первые 3 повести из серии «Рыцарь семи королевств» в промежутке между 1998 и 2010 годами. «Пламя и кровь» — это хроника правления династии Таргариенов, которая предполагается в 2 томах, но в данный момент опубликован только один из них. То есть Джорджу Мартину еще предстоит работа над 2-м томом. «Пламя и кровь» входит в условный цикл исторических хроник мира «Песни льда и огня». Главы «Наследники Джейхериса» и «Погибель драконов» являются литературной основой сериала «Дом дракона». «Рыцарь семи королевств» — это первый иллюстрированный сборник из 3 повестей о межевом рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге из «Дома Таргариен». Автор планирует много повестей о приключениях Дунка и Эгга. Следующая повесть, по слухам, будет называться «Винтерфельские волчицы». К списку опубликованных книг также можно добавить «Мир льда и пламени», которую написали супруги Элио Гарсия и Линда Антонсон, администраторы портала Westeros.org при участии Джорджа Мартина. Этот путеводитель по миру «Песни льда и огня» и его истории вышел в 2014 году. Сейчас, когда забастовка сценаристов в Голливуде подошла к концу, Джордж вернулся к работе над 8 сериалами по мотивам «Игры престолов» для платформы HBO. Первый, разумеется, «Дом дракона». Мартину предстоит работа над 3-м и 4-м сезонами сериала. В апреле HBO подтвердил заказ сериала по мотивам «Рыцаря семи королевств», где Джордж Мартин будет сценаристом и исполнительным продюсером. С марта 2021 года у HBO в разработке находится сериал «Морской змей» о Корлисе Виларионе из «Дома дракона». Скорее всего, сериал будет о молодом Корлисе, когда морской змей совершил ряд знаменитых путешествий в земли, где не бывал ни один вестеросец. Эти путешествия сделали его сказочно богатым. Также сериал, скорее всего, расскажет о знакомстве и будущем браке Корлиса с принцессой Рейнис Таргариен. С марта 2022 года у HBO в разработке 2 анимационных сериала по мотивам «Игры престолов». Ничего не известно пока о первом проекте, но 2-й анимационный сериал, по слухам, будет о Золотой Империи Ити, обширных и богатых землях в Эссосе. Еще один сериал, который пока не подтвержден, но активно обсуждается в HBO, будет о завоевании Вестероса Эйгоном Таргариеном и его 2 сестрами-женами. Еще один проект под названием «Сноу» еще не подтвержден каналом, но активно продвигается Китом Харрингтоном и Джорджем Мартином. И, наконец, 8-й сериал, который, по слухам, лежит на полках HBO, будет называться «10 тысяч кораблей». События будут разворачиваться за 1000 лет до «Игры престолов». В центре сюжета Немерия, которая возглавила исход Райнаров на 10 тысяч судах с их старых земель в Эссосе на юг Вестероса, в Дорн. Вы, может быть, подумаете, что все не так уж плохо. Пока новые проекты по «Игре престолов» были заморожены из-за забастовки, вы можете подумать, что Джордж использовал это время для написания «Ветров зимы». Но нет. Похоже, Мартин был солидарен с гильдией сценаристов, потому что за 2023 год он не написал ни одной новой странички для «Ветров зимы». Ни одного слова для книги, которую все мы ждем уже столько лет. В декабре прошлого года писатель был на шоу у Стивена Колбера. Там, во время анимационного скетча, он заявил, что уже написал 1100-1200 страниц «Ветров зимы», и что для завершения книги ему осталось еще 400 или 500 страниц. How many pages do you have so far in this 11 years? Like 1100,
1,200, something like that. 1,100. Yeah, it's not done yet, though. Number. Well, then your problem solved. Your problem solved. Another 400, 500. You break. В октябре этого года Джордж присоединился по Зуму к португальской конвенции. Там он заявил, что готовы все те же 1100 страниц книги, и что ему предстоит написать еще сотни страниц для завершения. And I'm struggling with it, you know. I have like 1100 pages written, but I still have 100 more pages to go. It's a big mother of a book. То есть прошел год, и в лучшем случае он не написал ни одной новой страницы. В худшем случае он вырезал 100 страниц. Давайте попробуем посчитать, сколько времени осталось до выхода «Ветров зимы», используя имеющуюся у нас информацию. «Танец с драконами» вышел 12 июля 2011 года. Спустя 4500 дней на португальской конвенции Джордж сказал, что он написал 1100 страниц. Получается, его скорость написания примерно равна одной странице в 4 дня. На шоу у Стивена Колбера Джордж сказал, что ему осталось написать от 400 до 500 страниц. То есть мы получаем временной отрезок от 1600 до 2000 дней. Если Мартин продолжит писать с текущей скоростью, в лучшем случае он закончит «Ветра зимы» 24 марта 2028 года. В худшем случае 28 апреля 2029 года. Добавим еще минимум год, который понадобится издательству и русским переводчикам для выполнения обязательств со своих сторон. В общем, похоже, что предпоследняя книга выйдет спустя 18 или 19 лет с момента издания «Танца с драконами». А ведь еще есть «Грезы о весне». Опять-таки, если предположим, что Мартин будет писать с текущей скоростью, учитывая все сериалы для HBO, над которыми он будет работать, последняя книга «Песни льда и огня» выйдет в лучшем случае спустя 15 лет после «Ветров зимы». В 2044 году. Джорджу Мартину будет 96 лет. Мне будет 53 года. А сколько лет будет вам в 2044 году? Вот такие вот дела, друзья. Не хочу заканчивать на грустной ноте, но думаю, нам всем пора признать, что мы, возможно, никогда не дочитаем «Песни льда и огня». Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, чтобы YouTube рекомендовал это видео другим пользователям. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новости о «Песне льда и огня» и «Доме дракона». Пока-пока! Yes, there is something I want to ask you. How the fuck do you write so many books so fast? Я устал ждать! 12 лет ждал! В Азкабане!